Привет, народ, с вами Колян на связи и... Ой, забыл нажать на месте. У нас с вами сегодня 31 декабря, 15:45. Вчера я работал с 8 утра, но не снимал. Вот, не скажу, что много заработал, но нормально, там что-то около 3-4 тысяч вышло. С 8 до 10 где-то я работал, даже меньше там, ну, до 9,5. Так, сейчас вот такой заказ пришел по центру. Получается, ну, можно видеть, с Red Buffet, с юных ленинцев, поедем на Несербскую в центр, к морю. Так, а если точнее, что это у нас какой-то либо Лондон бар, это либо там апартаменты есть. Ну ладно, это не важно. Самое важное, что кэф здесь маленький, плюс 50 он мне показал на автоприеме, когда я принял этот заказ. Ну ничего страшного. А, сейчас показать не могу, у меня там есть этот... Цель, типа, выполнить 20 заказов, получить 2000 рублей, ну, дополнительно, и 4 заказа у меня уже выполнено. То есть мне надо заказики повыполнять, если успею, может быть, сегодня получится забрать эту сумму. Ну и, в принципе, так как это Яндекс.Про, а не Яндекс.Еда, заработанные деньги, смогу сразу показывать. Вот, в принципе, видите, я вчера поработал. Кстати, вот тут вот прикольно было, смотрите, последний, по-моему, заказ вот этот. Я приехал, а вкусвилл там лагал, мне этот заказ отменили, плюс 247 рублей. Он был на Тимирязево, то есть я даже никуда на Тимирязево не поехал, просто сюда подъехал, мне его отменили, и вся сумма засчиталась. Вот это вообще кайф был. И вот тут я двойной заказ выполнил, нормально получилось, 650 рублей вот такой. Но я там закипел, это было неприятно. Так, ну, чё. Сейчас жду заказ, поработаем, посмотрим, сколько это. Получится сегодня заработать, но я после каждого заказа буду показывать, постараюсь показывать, когда буду закрывать, сколько получилось денег. Дал я заказ, этот первый, вот сюда вот, на 6-й этаж, там апартаменты, Марина Яхт, крутые. Всего лишь, что вот столько-то мы заработали, но там должна быть доплата до минималки, сейчас покажу. 222 рубля получилось. А, 240. Ну, минималка 240, 240 заработали. А, тут еще какая-то комиссия 7%. Ну ладно, 222 рубля. С первым заказом не повезло, он получился без кэфа. Хотя 222 рубля, в принципе, нормально. Поехал. Проехал чуть-чуть по центру. Так, ждем следующий заказ. Такой заказ упал рядышком. Получается 300 метров от меня и всего лишь кэф 60, но вы видели, я не знаю, почему он такие слабые. Ну, хотя тут видно, что вот тут более хороший кэф, а тут более сладкий. Ой, о, заказ отменен. Класс, хорошо, что отменили, потому что он был с маленьким кэфом. Это, наверное, экспресс был, потому что экспрессы сами отменяют, а корпоративные сами не отменяют. Ладно, ждем следующего. Так, не успел снять, пришел заказ с кэфом 170 и тоже где-то здесь рядом. Ой, вести по центру, о, класс. Вот эти короткий заказ, но отсюда во сюда на Орджоникидзе, и он по центру. Так, от, так, Несербская 6b, это, по-моему, прям где я стою. Так, это, наверное, экспресс будет. Да, это, а, нет, это вот нужно на другую сторону подъехать и отвезти рядышком. Так что это у нас какое? А, Хаят. Прикольно. Посмотрим, сколько получится здесь заработать. Ну, комиссия, скорее всего, будет, если это экспресс. Народ, выполнил заказ, вот столько получил. Долго не мог дозвониться до клиента. У него автоответчик Олег стоял. Но в итоге он мне сам перезвонил и перевел деньги на карту. Там стояла оплата наличными. В принципе, я доволен. 325 рублей получил. Ну, на, как его, ну, вы поняли, на карту, а вот эти комиссию свою Яндекс сам с таксометра спишет. Так, сейчас посмотрим, сколько комиссия, ну, рублей 50-70, я думаю, комиссия. Ну, если успеем, конечно, потому что может сейчас следующий заказ упасть. Так, давайте быстренько, может, успеем, посмотрим, сколько была комиссия, пропустить. Ой-ой-ой-ой-ой, так, вот 325 рублей мы имеем, и у нас не прогружается.
Ладно, народ, если что, потом покажу, потому что сейчас, сами видите, Яндекс не прогружает информацию, сколько он взял комиссии с этого заказа у нас. Так, пришел следующий заказ, 60 рублей кэф. Кэф очень маленький, ну ладно, поедем. Вот не успеваю вам снимать, как приходят заказы, вот такой упал заказ, тот я отменил, он был на Ахун. Пришел вот такой вот заказ с кэфом 320, так, давайте посмотрим, куда он будет. С альпийской на клубничную, заебись. Так, народ, отдал я заказ. Вот столько вышло заработать за этот заказ. В принципе, я считаю, очень хорошо. Ну, с панорамы я доехал до виноградной, до клубничной, вот сюда ближе к морю. Так, что нам следующее отойдет от Яндекса? Так, это сколько я уже заказов выполнил? 3 заказа, 1000 рублей. В принципе, нормально. Так, сейчас я вам цель покажу. Вот, есть обычная цель, которая каждый день дается, и вот дополнительная цель. Еще 13 заказов, и получу я, ого, 560 кэф. Офигеть, вы в шоке, народ, в прямом эфире. Это хоть нормальный заказ с переулок Рахманинова на Эстосадок. Блин, не могу поехать на Эстосадок, это в Красную Поляну. Не, в Красную Поляну я не поеду, это точно. Такой заказ пришел, виноградная 184, кубанская 3. В принципе, самый центр с кэфом плюс 300. Посмотрим, что там получится, да, это экспресс. Так, я хотел вам снять, показать. Подъехал я вот на этот, на следующий заказ, который с виноградной на кубанскую. Такое вот место. Это, возможно, это ресторан «Старый Ереван», потому что мне сказали по телефону, что мы сейчас типа пакуем. Что-то 5-10 минут сказали еще подождать. Типа, и можно будет, ну, забрать заказ. Кстати, вон там, видите, сделали окна, а почему-то и вот там окна, а где я нахожусь, тут окон нету. Хотел я вам, ребятки, смотрите, вид показать, тут вообще классный. Сейчас будем с вами вид смотреть с виноградной, вообще очень мне нравится. Вот там вот дальше Новая Заря у нас район. Это у нас все идет Донская. Много домов, высоток. Вот, это все идет Донская, Донская, Донская. И там... центр города начинается. Море, мол, все дела. Такой вот здесь вид, ребят. Так, ну я буду пока что ждать заказ. Вот, доставил заказ, ребят. Вот такой дом. Рядом магнит. Я все время с этого магнита часто заказы забираю. Время 5:49. Вот столько заказ получился. Перевели на карту 700. Такие дела. Так, а с комиссией у нас бы это вышло, сейчас покажу вам. 1478 тысяч Яндекс. Ну, 1500, наверное, можно считать. Так. Тут комиссии не было. Я уже запутался. О, вот тут была 85 рублей комиссия, 240 чистыми, но на карту 350. Непонятно, короче, как считать. Вот, и тут вот такая комиссия. 160 комиссия, но 700 минус 160. Сколько? 540 чистыми. Нормально. Нормально, нормально. И самое что приятное, знаете, сразу на карту. Вот парень перевел, вот эти клиенты тоже перевели на карту. А то у вас Яндекс еды, знаете, долго деньги ждать. Потом с Яндекс Про со счета тоже деньги ждать, пока придут, знаете. Ну, он, допустим, завтра снимет, послезавтра они придут. А тут как бы сразу на карту, тоже супер. Так, что, сколько я заказов? Уже устал, хотя всего 4 заказа сделал. О, пришел заказ, всего лишь 30 рублей кэф. Как так, я не понимаю. Еще ехать куда-то далеко на Бытху. Какой-то ужас. Что это за заказ такой? Оплата наличными. Цимлянская. Цимлянская, это в Адлере. Туда мы не поедем. Вот, в Олимпийском парке. Нет, такой заказ мы не поедем. Надеюсь, они отменят. Вот крайний заказ. Вот этот с Красной улицы на Виноградную выполнил. Ничего интересного. 223 рубля получил. Я сбежал, и то, что экспресс еще минус комиссия. Сейчас вот взял следующий заказ из центра города на Макаренко. Посмотрим. Ну, там тоже с маленьким кафе. Выполнил я заказ. Приехал на Макаренко. Вот только он вышел. Дали наличными 250. Нормально, в принципе. Так. Так. Что там у нас пока что? Я вот, знаете, народ, блин, я вроде выключил автоприем, но что-то пришло с кафом 110,
здесь рядом, а потом куда? Потом на Виноградную. Ну, что, можно съездить, в принципе. Я просто уже думаю домой собираться ехать. 1000-2, наверное, можно сделать и домой поехать. Вот еще один выполнил заказ. Ну, конечно же, это экспресс с комиссией, как и почти все заказы сегодня. Ну, что-то уже к Эфу ушли, уже не так интересно работать, к сожалению. Не знаю почему. Может, меньше люди уже стали заказывать. Просто и курьеров, как бы, по идее, это и курьеров должно меньше стать в такое-то время. Ну, вот, блин, мне еще 9 заказов, народ. Я даже не успею, наверное, их выполнить. Не знаю. Блин, я бы, конечно, хотел 9 заказов еще сделать, получается, и 2000 забрать у Яндекса. Ну, блин, скорее всего, не получится. Не получится, я боюсь. Так, если я тут 9, то получится где-то вот столько. Ну, не успею. Как так? Как успеть быстро 9 заказов сделать? Вот показываю, вручил еще один заказ. Я отсюда уже увозил посылку и обратно оттуда же привез сюда. Даже девушка меня узнала. Кэфов нет. Где-то они есть, но не в Сочи. Даже не знаю, работать без кэфов или нет. Ну, сейчас посмотрим. Ну что, народ, кэфов нет, заказов нет в моем городе. Так что буду закругляться, поеду домой. Ну что, народ, кэфов нет, заказов нет в моем городе. Так что буду закругляться, поеду домой. Все, всем спасибо, кто смотрел это видео. Вот, поздравляю вас с наступающим, чтоб, не знаю, все хорошо отметили, всем здоровья, чтоб в новом году, ну, то, что вы хотите, у вас получилось. Все, всем спасибо, с Новым годом.